Итак, хождение в следующий шоу. Программа, ну я думаю, вы купили все программы, там написано, посвящена артистам ансамбля разных лет и поколений. Почему? Ну, дело в том, что первое, на рубеже 85-го года в нашем ансамбле, я тогда не имел чести здесь работать, но я знал этот коллектив, в нашем ансамбле была создана потрясающая программа. На мой взгляд, это лом концертных программ «Встреча с солнцем». Безусловно, нисколько не похоже. Единственная схожесть – это о том, что это о мечте, это о счастье, это о людях, о том, что люди в разное время, разные цвета кожи, разные национальности думают, не представляется одинаково. Все живут тем, чтобы быть счастливыми. Но вот если программа странная, вчера уже я получил такую порцию радостных таких сообщений. Вот две женщины выходили, и одна мне так очень мило сказала, кто это придумал, я бы ему морду исцарапала. Ну, в общем, значит, если у кого-то будет такое желание, я здесь. И кто останется после антракта, бонусом, будут номера из различных концертных программ ансамбля «Дальний Восток», в том числе и вторая программа на русские темы. Ну и так вот. В общем, я думаю, мы весело проведем время. Вы оставайтесь.